Кофе или кофеин по утрам необходим. Кроме прочего, он стимулирует вашу нервную систему, поднимает настроение и помогает вам проснуться. Но все это доступно и для тех, кто его не пьет. Вот несколько научных способов разбудить ваш организм. Номер один. Больше света. Мелатонин — это гормон, вырабатываемый нашим мозгом, и он является необходимым в регуляции сна. В темноте ваше тело вырабатывает больше мелатонина, что делает вас сонным. Для того, чтобы выработка мелатонина снизилась, просто откройте занавески, выйдите из дома и дайте солнцу вас осветить. Это естественным образом помогает организму проснуться. Если вы вынуждены просыпаться в темноте, используйте светящийся будильник. Он медленно сделает вашу комнату светлой для естественного пробуждения. Второе. Заканчивайте свой душ холодной водой. Исследования показывают, что если вы подвергаете себя действию холодной воды, это активирует структуры мозга, отвечающие за регуляцию бодрствования, что помогает вам проснуться. Исследования также выяснили, что шок от холодной воды может повысить ваш уровень обмена веществ, что в дальнейшем снижает чувство усталости. Третье. Насыщайте себя водой. Более 60% вашего тела является водой. Пока вы спите, все это, ваше сладкое дыхание, вставание в туалет по маленькому и большому, обезвоживает вас. Исследования показывают, что даже среднее обезвоживание понижает вашу способность проснуться, повышает усталость и негативно сказывается на концентрации по утрам. Итак, утром скорее хватайте стакан с водой, чтобы пополнить свои жидкости и избавиться от чувства усталости. И не забывайте пить воду на протяжении дня, чтобы оставаться бодрым. Четвертое. Здоровый завтрак. Исследования показали, что участники чувствовали себя более бодрыми после употребления утром еды. Если еда содержала большое количество простых углеводов, как пончик, например, бодрость быстро проходила. Тогда как если в еде было много клетчатки и сложных углеводов, как в овсянке, бодрое состояние оставалось в течение всего утра. Пятое. Пейте апельсиновый сок. Соки цитрусовых, таких как апельсины, богаты молекулами, которые называются флавоноиды. Флавоноиды влияют на замедление снижения познавательных способностей вследствие старения и начало нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Выяснилось, что у участников исследования, которые потребляли флавоноиды с апельсиновым соком, уровень бодрости и умственных способностей по сравнению с теми, кому давали плацебо, был выше. Номер 6. Будьте физически активны по утрам. Замечено, что физически активные студенты чаще всего лучше справляются с тестами, чем те, кто менее активен. Физическая активность усиливает познавательные функции в связи с увеличением кровотока, который снабжает ваш мозг кислородом. Это и увеличивает ментальную работу. И гиппокамп, который является частью мозга, важной для обучения и памяти, наиболее активен после упражнений. И седьмое. Слушайте музыку. Музыка имеет свойство создавать состояние пробуждения, что вызывает у учеников расширение зрачков и повышение кровяного давления. Это также может увеличивать активность зон мозга, отвечающих за подвижность и эмоциональность, что в дальнейшем ведет к хорошей выработке дофамина в организме. Поэтому составляйте свой пробуждающий аудиосписок и оставляйте свои комментарии для наших еженедельных научных видео.